В Североморске состоялся уникальный квест «Реальные пожарные. Испытания стихии», организованный региональным МЧС. Две команды пробовали себя в роли настоящих пожарных. Против представителей пресс-служб выступили подписчики сообществ соцсетей регионального МЧС. Участникам предстало пройти испытания, близкие к реальным условиям работы спасателей. На время надеть боевку и выехать на вызов, преодолеть лабиринт в дымокамере, а также ответить на вопросы викторины. Очень здорово, что получилось понять ту тяжелую работу, которую ежедневно проделывают огнеборцы, пройдя вот через этот квест, реально можно ощутить всю силу этих ребят. Ощущения очень приятные. Ну, нужно сказать, что работа сотрудников МЧС, она очень сложная, она необходимая. Для нас она, конечно же, увлекательная и интересная, но упражнения дались нам. Мы прошли испытания, скажем так, но я думаю, что если бы мы по-настоящему были в баллонах, то все бы было гораздо сложнее и возникли бы заминки, я думаю.